Соглашение о сотрудничестве заключают правительства Хабаровского края и Дальневосточный государственный аграрный университет в Благовещенске. Это запланировано на 21 мая. Регион поддержит абитуриентов, которые планируют связать жизнь и карьеру с сельским хозяйством. Им оплатят проезд в Амурскую область и проживание во время учебы. Взамен выпускник вуза должен будет отработать 5 лет на местных предприятиях. Софья Куренева с подробностями. Район имени Лозо в Хабаровском крае – один из центров развития сельского хозяйства в регионе. Поэтому на встречу с представителями Дальневосточного аграрного университета из Благовещенска пригласили именно этих девятиклассников. В актовом зале Переяславской школы им расписывают преимущества обучения в единственном вузе на Дальнем Востоке, который готовит кадры для сельского хозяйства. 70% мест – бюджетные. Начиная с агрономов, агроэкологов, ветеринаров, зоотехников, механиков, электриков – строителей, технологов, экономистов. Это все специальности, которые необходимы и нужны нашей области. В Министерстве сельского хозяйства Хабаровского края посчитали, нужны они и здесь. 21 мая правительство региона заключает соглашение с Благовещенским университетом, чтобы выпускники местных школ уезжали учиться в Амурскую область. Край готов обеспечить их билетами, жильем, а также повышенной стипендией. Решится и вопрос трудоустройства будущих агрономов и зоотехников. Это тот самый долг, который обязаны вернуть дипломированные специалисты. На аграрных предприятиях региона они должны будут отработать несколько лет. Не менее, я думаю, 5 лет. То есть пока цифра не обговаривается, но я думаю, 5 лет – это стандартная процедура. Сейчас сельскохозяйственным предприятиям края, выращивающим скот, птицу, овощи, не хватает более 30 квалифицированных специалистов. Возможно, в будущем абитуриенты будут заключать договоры о целевом обучении непосредственно с самими компаниями. Правда, пока девятиклассники не хотят связывать жизнь с селом. Для меня больше с искусством все больше связано, чем с сельским хозяйством. Кем хотел стать? Железнодорожником. У меня дядя железнодорожником работает. На раздумья есть еще 2 года. Софья Коренева, Константин Пестерев, телеканал «Губерния».